Интересно, когда меняется чемпион, когда болельщики вот так вот вспоминают о том, что можно и нужно ходить на футбол, как вспомнили, наконец, болельщики Лока. Игуаин какие не забивал на глазах у Александра Шмурнова совсем недавно? Нет, но Игуаин — это совсем другое. Все-таки у Антона момент был полуголевым, скажем так. А вот сейчас... прострел! И кто это сделал? Это сделал он! Олимпийский чемпион! Мог бы быть, но он чемпион Европы! Он вышел, подставил клюшку! И эта клюшка может быть золотой, как и этот мяч! Там золото! В животе у этого человека золото родилось только что! Так оно оттуда никуда и не девалось, Юр. Оно там было, видимо, все время. Его Юрий Псемин, который обожает фарт, сегодня выпустил именно потому, что он автор того золотого гола. А ведь мы обратили внимание, что Локомотив играет не в тех футболках, в которых он оставался без голов в последних турах, в белых, а вроде бы в совсем непритязательных таких серых футболках. Это тоже фарт Юрия Семина. Все просто, как на тренировке, но, как сказал когда-то Свен-Йоран Эриксон, самое сложное в футболе — научить делать футболистов простые вещи. Элементарный треугольник, Ватсон, элементарный треугольник разыграл сейчас Локомотив. Все готовятся праздновать, сейчас начнется что-то невообразимое. Задымило, но рано, уже работники клуба тоже не справляются, потому что все сейчас должно здесь превратиться в буйство, в праздник, в победу. Сергей Иванов поставит точку в этом сезоне в чемпионской борьбе. Все! Локомотив чемпион России по футболу! Чемпион Локомотив Семин! Чемпион! Он сделал это! И вот он, трофей! Московский «Локомотив» – чемпион России сезона 2017-2018.